Дом-2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Иван Барзиков и Лиза Полыгалова сейчас практически не общаются. Вот до чего довела упертость Лизы. Девушка написала: «Я иногда даже не замечаю, когда я с ним спорю. Ване это категорически не нравится, но я готова меняться ради наших отношений, потому что хочу видеть с собой рядом именно такого мужчину, как Ваня. Хотя этот пост он тоже не увидит, так как я у него в черном списке». На острове сегодня состоялся конкурс, в котором победила Саша Артемова. Участники бегали в ластах и переливали кофе с одного чана в другой. Конкурс на скорость и маленькую сообразительность. Юлия Ефременкова и Сергей вместе провели новогодние праздники. Ребята поняли, что нравятся друг другу. Вчера они объявили себя парой. Илья Ебаров вчера на Лобном расстался с Катей Кауфман. Все факты о его переписке с Некой вскрылись. Видео разговоров показали Кате. Ебаров оказался таким трусом, что обвинил во всем Нику и не выбрал никого. На предвариловке он обратился к девушкам с призывом приходить к нему на проект. Сейчас Ебаров продолжает писать Шукуровой гадости и пытается обелиться. Марина Тристановна поддержала дочь после ухода с проекта. Женщина написала: «Я не допущу, чтобы какая-то дворняга с кривым ртом, перекошенным телом, с жуткой походкой и бешеными глазами, Сашка Гозиас, открывала свою пасть в сторону Таты и орала на беременную. Я очень жалею о том, что не оттаскала эту дворовую шавку за волосы. Но мое шестое чувство подсказывает, что у меня еще будет такая возможность». Интересная новость с сайта Шлок. Бывшая участница Лиза Шароха скоро станет мамой. Девушка ушла из Дома-2 к парню, за которого якобы собиралась замуж, но вскоре с ним рассталась и вернулась в Украину. В сети время от времени появились слухи, что Шароха снова подалась в эскорт. Говорили, что она со дня на день вернется на проект, но очень хочется верить, что это не очередная ложь, ведь такими новостями не шутят. Марина Мексика опровергла слухи о романе с двумя мужчинами. Якобы, будучи на проекте «Остров любви», Марина встречалась с кем-то за периметром. «Полный бред», написала Мексика. «Я полностью увязла в острове. У меня не было времени связаться даже с родителями. О каких мужиках вообще речь могла идти? Я в жизни не гуляла на два фронта и не собираюсь. Всегда уважаю себя и свой выбор. Того же желаю и вам». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.